Осторожно, лето. На Белгородчину пришла жара. Региональное управление МЧС предупреждает, всю предстоящую неделю столбик термометра будет на отметке 35-37 градусов, и это в тени. Такие значения выше среднесуточной климатической нормы на 7-9 градусов. Специалисты обращаются к жителям региона с призывом быть осмотрительными и соблюдать осторожность. Велики риски теплового или солнечного удара. Настоящее испытание на выносливость ждет горожан. От палящего солнца нагревается асфальт. Единственное спасение – островки зелени. Тенистые аллеи и лавочки в парках и скверах полны отдыхающих. Впрочем, у белгородцев оказалось немало рецептов, как спастись от жары. Ну, во-первых, пекло стараемся на улице не появляться. Сейчас так немножечко подзадержались. А так сидим дома, завешиваем все шторочки, включаем кондиционер. И больше пьем чистой водички. Обливаемся, душ 3-4 раза в день. Надеваем кепки, едим много мороженого. Лучше всего куда-нибудь на пляж, к водичке, если есть возможность. Видите, как я одета? Хлопчата бумажная одежда, шляпа, крем защитный на лице. Водичка у нас с собой обязательно холодная, головной убор. Пить и домой быстренько. Напомним также, что из-за аномальной жары в Белгородской области до 7 августа продлен особый противопожарный режим, а это значит, введены ограничения на пребывание граждан в лесах региона, разведение костров, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Также запрещен въезд в лесную зону на транспортных средствах. За нарушение правил пожарной безопасности виновные могут понести административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность.